Я хотел бы, чтобы была поправка для того, чтобы эту землю не давали в частную собственность, а давали в пожизненное пользование с правом наследования, без права продажи, а передачи по наследству. Тогда действительно корни обретут землю свою, и будут дети эту землю холить или лелеять. Прошла информация, что собирают в западной части нашей страны людей или их паспорта и подают заявки для того, чтобы оформить дальневосточный гектар и взять эту землю, чтобы потом ее продать через 3 либо через 5 лет. Чтобы этого не происходило, я предлагаю, чтобы сделать вот именно так, без права продажи в пожизненное пользование, с правом наследования. То есть мои дети, мои внуки будут эту землю наследовать и ее возделывать, ее озеленять, облагораживать, создавать поселения нового типа для того, чтобы люди жили на экологически чистых землях, ели экологически чистые продукты и были здоровыми, жизнерадостными и веселыми. Чтобы эти поселения создавали целые конгломераты, целые районы, которые автоматически остановят вырубку лесов. А она не нужна будет, потому что всегда можно будет воспользоваться своим лесом для своих нужд, для того, чтобы это вложить в инфраструктуру для туристического бизнеса, для того, чтобы нашу тайгу показывать, из этого извлекать прибыль, которая будет своим видом только, одним видом будет приносить деньги –